Ребят, всем привет! И сегодня мы с вами будем покупать космо-жука. Покупка осуществляется на самом деле в два клика. Переходим сразу на сайт космо-жуков и сразу в раздел «Buy». В самом начале видим, что уже продано 173 жука. И купить его мы можем как за эфир, как за CMP, так и за космо. Я буду покупать за CMP. Как видите, у меня уже на балансе 5500 CMP подготовлены. Я прикупил CMP по пониженному курсу и конкретно буду покупать за CMP. Собственно, вам, ребят, нужно поступать так же, покупать NFT-шки у Космофонда именно за ту валюту, которая в моменте будет выгоднее для вас. Потому что в какой-то момент, например, 5000 CMP либо 1 триллион Космо, если приравнивать к эфиру, будут равны, например, 2 эфира. 1 триллион Космо будет равен 2 эфирам, 5000 CMP будет равны 2 эфирам, а возможно, в какой-то момент и перерастут это значение. Поэтому в какой-то момент, может быть, даже будет выгоднее покупать именно за эфир. В это поле мы вводим количество жуков, которые мы покупаем. Пока что я покупаю одного. И нажимаем кнопку Buy Cosmo Bug. Transaction fee в $1. Подтверждаем. Когда вы впервые совершаете покупки на платформах Космофонда, Косможуки, либо Космомаски, при покупке первой транзакции у вас всегда будет спрашиваться разрешение на проведение каких-либо действий с вашими токенами, которые находятся на кошельке. MetaMask нам говорит о том, что транзакция подтверждена. Теперь MetaMask у нас запрашивает разрешение на проведение самой транзакции. Подтверждаем ее. Эфир достаточно капризная сеть. В ролике все, конечно, будет сокращено, но какое-то время вам придется потратить на то, чтобы транзакция в эфире прошла. А транзакция подтверждена, как мы видим. Так, CMP-шки у нас списались. Теперь давайте посмотрим в разделе кошелек. Да, один космо-жук у нас уже на кошельке. Собственно, на этом процесс покупки жука заканчивается. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, включайте уведомления и до встречи в следующих роликах. Всем пока!